Всем привет! Мне тут недавно сообщение такое прилетело, что такая тематика, что блоги мои не популярны, что уже достаточно возрастной человек и что лучше бы занялся чем-нибудь более серьезным. Ребят, а что такое более серьезное? И что есть правильно, а что неправильно? Я, знаете, придерживаюсь такой точки зрения. Правда, не сразу к этому пришел, потому что до всего нужно, так сказать, дойти, наверное, что-то пережить, чтобы понимание было. Вы знаете, пришел к такой точке зрения, что действительно время на каком-то этапе, оно такое, знаете, монотонное, тянется. Кажется, что у тебя его очень много, что все успеешь, все. А потом наступает какой-то этап, и время, оно буквально, ну, улетучивается просто. Вот так вот моргнул, раз год прошел, раз два года прошло. А ты как находился в каком-то одном состоянии? Например, постоянная гонка зарабатывания денег, постоянная гонка там еще в чем-то, постоянные какие-то моменты. А вот так вот что-то вспомнить, и именно то, что интересно для тебя, а вспомнить-то особо получается и нечего. Понятно, что во всем должна быть какая-то гармония, естественно. Нельзя, наверное, вот так вот сказать, на все махнуть рукой, что это хорошо, а это плохо. И, например, только вот эти вот гуляния, походы, это все супер, а все остальное нет. Конечно, нет, друзья, конечно, нет. Должна быть какая-то именно гармония. Но для себя я, знаете, в частности, такую штуку отмечу. Когда я начал снимать блоги, это уже было давно. Правда, изначально это даже было не видео, а текстовые материалы. Ну, неважно. Когда окунулся в эту сферу, так давайте назовем. И спустя года все это привело к тому, что у меня уже... Ну, такая, знаете, некая потребность. Я везде вижу какие-то темы. Я везде вижу какой-то повод. Мне хочется даже какой-то малозначительный фрагмент, который происходит в жизни или то, что я вижу, как-то отразить это на камеру. И именно благодаря этому, еще когда толком, ну, каких-то больших проблем, наверное, не было, я прекрасно помню те дни, когда гулял с матерью, вот мы выходили с ней в лес, там еще куда-то выходили. И я потихоньку где-то фотографировал, где-то ее снимал на видео, где-то еще что-то, какие-то вот отметки, статьи писал. В общем, получилось так, что у меня накопился действительно некий фото-видео материал с моей мамой. И когда мама ушла, когда мамы не стало, вы понимаете, у меня остались эти видео. Я их периодически сейчас пересматриваю. Я их загрузил и на файлообменники, и продублировал на внешние хранители, накопители. В закрытом доступе они у меня есть для близких людей. И на тех видео, понимаете, это не просто какие-то вот постановочные, так это назовем, какие-то кадры, какие-то постановочные фотки, сюжеты, а это вот именно видео наших прогулок. Вот мы идем, просто где-то разговариваем, она что-то говорит. И настолько это сейчас все ценно, я понимаю, что если бы я изначально не занялся бы блогами, вот в том виде, как я этим занимаюсь. Конечно, любой человек и фотографирует своих близких, и снимает там на видео. Все, ну, наверное, я так предполагаю. Но, наверное, у меня было бы просто-напросто меньше этих материалов. Они были бы в каком-то разрозненном виде, наверное. Может быть, что-то и потерялось бы, удалилось. Ну, не знаю. А так, какая-то есть систематика. И главное, осталась и такая частичка памяти.
Ясное дело, что основная память, она в голове, но всем прекрасно понимаем, что порой хочется, когда тяжело, вот так вот сесть где-нибудь, иногда в одиночестве, открыть фотографии, фотоальбом, полистать, посмотреть. А у меня еще остались и видео, некоторые материалы. И именно непостановочные видео, что важно. Это настолько ценно. И вот именно благодаря этому, именно благодаря тому, что стал вести блоги, основная задача сейчас для меня, понятно, что есть какие-то и свои сторонние интересы, но основная задача, это пока нахожусь в здравом рассудке, пока могу совершать вот такие вот вылазки лесные, ходить, разговаривать, фиксировать, природу наблюдать, максимально все это дело запечатлеть. Потому что настанет тот момент, все мы не вечные, когда я и сам буду пересматривать и свои видео, и вспоминать, получать эмоции, радоваться тому, что было. Так и те люди, кому я дорог, смогут включить компьютер и понаблюдать. Вот именно для этого, это одна из основных задач, блок и ведется. Повторюсь, пришел к этому не сразу, но это так. Ну, я надеюсь, на вопрос вкратце я ответил человека, который задавал данный вопрос.